Успей поставить лайк и подписаться на канал за 5 секунд, если любишь Джейсона. Время пошло. Друзья, всем здорово, с вами Кузака, и сегодня мы продолжаем играть с вами в пятницу 13-е. Давненько ее не было, так что надеюсь, что вы успели прожать лайк за 5 секунд и подписаться на мой канал. Сегодня будут неординарные каточки, все сами увидите, вот. А кто хочет себе 150-й левел, либо красавца Савини Джейсона, тогда переходите в мою группу по прокачке пятницы 13-й ВКонтакте. Делаю Савини, делаю 150-й левел, делаю лично я сам. Уже многие купили прокачку, так что давайте не отставайте и тоже покупайте. Ссылочку на группу вы найдете в описании. Ну и все, народ, не смею вас больше задерживать. Всем приятного просмотра. Понимаю. Я тоже понимаю все, пупсик. Тогда ладно. А, ну тогда ладно. Зашел первую катку, встретил подписчиков, да еще дали роль Джейсона. Джейсона из третьей части, да. Это Джейсон, этого Джейсона знают все. Это Джейсон классика. Классика всех убийств. Да, мать ваша, сегодня я вам покажу свою мощь. Надеюсь, друзья, что вы успели прожать лайк и подписаться на канал за 5 секунд. А кто не успел, тут не успел. Ладно, но забудем про это. Выломаем здесь дверку, чтобы как бы потом не выламывать. А то здесь телефон, видите ли, у нас есть, да? Еще лодочка у них. Это, кстати, плохо, потому что... Ну, плохо для них. Потому что у меня капканы будут дополнительные, чтобы вас хорошечно так запутать, уничтожить. Да бегай, бегай. Сейчас добегаешься, ты крысиная морда, а, сучка? Иди сюда. Наебал, привалечитель. Я ж его обошел, я ж его обошел. Тиратин-пум-пум. Сейчас он допрыгается. Сейчас допрыгаешься, говорю. Так, понятно, это у нас... Это у нас... А, я даже заглушить не могу. Сейчас мы его убьем по-быстрому. Ну да, мы его не убьем, потому что у него ножики. Это один токсичный Олд Пятницы, который считает себя каким-то крутым. Но я думаю, ему... Не попу... Ну, вообще никак. Ему никак не выжить, пупсики. Мне совсем не нравится то, что там происходит у нас. Мне совсем это не нравится, потому что пока я буду на него отвлечен... Ой, ты что тут делаешь? Здравствуй! Здорово! Ты что так пугаешь? А вот нечего бродить. А, ну тогда ладно. Создавать шум. А я буду. Я думаю, я тебе помешаю. Нет. Все только потому, что из груши выползал червячок, а из подушки сновидение. Так, тут проклятый друг вышел наш. Ладно, давайте его запутаем. Запутаем. А все потому, что меня Егор Летов спасает. Ведь хорошие песни делают. Вот под его песни я буду от тебя играть. Нет, не недолго играю. Музыка играла, недолго фраер танцевал. Как говорится, минус яички. Ай, больно вообще. Да не то слово. А ведь и не поспал. Аминь. Так, одного мы минусанули, с горе пополам, но мы с вами это сделали. Думаю, останавливаться на этом не стоит, так как противная личность вышла. И остались только нормальные ребята, которые сегодня также умрут. Хватит меня путать. Может, не надо? Уже поздно, пупсики. Прыгайте из окон, из дверей. Да, надолго его, конечно, станет.
Но мы должны добить ту, которая там вылезла. Помочь подлечиться, подруга? Исправим искривление в твоей ключице. А может, еще бошку отрубим? Хорошо. Немножко подлечили ее, дальше идем исправлять все грехи этих вожатых. Я им покажу, как приходить на мою территорию. Здесь может быть только Томми Джарвис, который, кстати, уже пришел. И очень много кто здесь в этом доме ошивается у нас. Кто в домике живет? Да, покопи мне ярость. Хорошо получается. Я помогу, так сказать, открыть тебе дверку. Нехрен в меня стрелять. Понимаешь, Ванеска? Где ты, чернокожий друг Ванесса? А ну иди сюда. Да, но далеко убежит, либо нет. Ставим ставочки. Как далеко он сможет убежать у нас? Недалеко ты убежал от своей подруги. Давай, умирай. Споришь, что я... А прикинь, я вернулся. Я тебя очень долго ждал, Томми Джарвис. Пойдем к тебе в твою комнату, я покажу тебе вечный сон. Давай. Но чутка позже. Go kill Jason. Kill Jason. Просто хочется отомстить за друзей. Go kill Jason. Кильну только тебя. Да. Host has left the game. Пятницу сегодня обновили, а, видимо, ошибочки у нас остались, дорогие мои друзья. Вот такая вот каточка за Джейсона. У меня нет других слов. Пятница, помойка. Хоть я и люблю, но вот это меня сильно раздражает. Я это оставлю. Я не хочу там типа показывать, а-ля, как все круто. Вот смотрите сами, насколько сложно сейчас снимать хоть что-то. Это вот вообще... Что такое? Получен сбой сети. Хост опять закрыл доступ. Замечательно. Замечательно. Пошок какой-то у нас предатель, а мы играем с вами за Мич Флойда. Ой, давно за него не играл, в принципе говоря. И посмотрим, как мы за него поиграем. И опять же, блин, я ему хотел сейчас костюмчик хороший выбрать. Я его выбрал, а он почему-то у нас не ставится. И мое разочарование в этом сегодня. Ну ладно, не будем унывать, постараемся все равно как-то выживать и так в этом дряхлом его костюмчике. А там был такой хороший, ой-ой-ой, вы бы его только видели. Ну да ладно, как ладно, говорится ладно. Ага, так не говорится, ладно, ладно. Столько раз много слов, ладно, ладно. Сука. Короче, в чем заключается хорошие способности Мич Флойда? Это его хороший ремонт и хорошее хладнокровие, с помощью которого мы сможем выбираться из лап Джейсона, даже не при помощи ножа. Но все равно не всегда работает, но иногда может спасти нашу старенькую душу, нашего Мич Флойда, нашего марихуанчика, так сказать. Да, я здесь уже все облутал. Посмотрим, насколько далеко мы сможем забежать с вами, насколько долго мы будем жить. Ой-ой-ой. Убить-то мы точно сейчас его не сможем, потому что мы мужик, а нужна баба, чтобы свитер как бы взяла. Да и пофиг, просто повыживаем, постараемся там завести что-то. Ключи у нас, ей-богу, есть. И это хорошо. Они, кстати, там что-то нашли и даже заправили топливо. Очень даже неплохо, очень даже хорошо. Так что чё, просто дальше лутаем, найдем еще, возможно, что-нибудь, там, ножик какой-нибудь. И тогда я буду счастлив, И, кстати говоря, нас очень мало человек, даже полностью лобби не набралось. Очень даже все фигово. Да. Жаль, что так пятница потихонечку буль-буль-буль-буль-буль.
А игрушка-то хорошая, игрушка-то хорошая. Смотрите, они реально все выходят. Я думаю, что машину-то завели. Машину-то завели. Да куда ты присел-то? Беги давай. Беги давай. Дед. Дед, беги. Эй, поверни сюда. Поверни сюда, друг. Спасибо большое, друг. Спасибо большое. Мы чё, реально уедем? Мы чё, реально уедем? Джейсон, алло. Паша, ты где? Да. Эй, Джей, ты молодец. Браво тебе. А Джейсон реально какой-то тухлый. Паша, Паша. А, видимо, он, знаете, почему не успел? Потому что у него Джейсон, который медленно телепортируется, и у него просто не успело накопиться телепорт, и мы благополучно уехали. Ну, смотрите. Она осталась одна, а Джейсона нету, при том, что это не совсем скрытная девочка, вроде говоря. Не знаю. Не, услышал. Но он очень странные действия сделал. Злака. Прикольно запустила, там ожидание было и... Что с этой пятницей? Я не вырезал сейчас ничего. Я, знаете, я поберегу свои голосовые связки, поэтому мы поиграем за Джейсона, за этого гнилого, просто так вот, как за вожатого с обычным голосом. Сейчас их всех размотаем на раз и два, и четыре, и пять. Вышел зайчик погулять, почесать свое яйцо. Мы, в принципе, можем теперь РПшку не отыгрывать, у нас все замечательно, просто сегодня я напиваюсь, но сегодня я убиваюсь. Так, давай так, выломай, да? Все, спасибо, что так ты еще умеешь ломать двери. Мой гнилой хороший друг. Мозоль, китаец, бахар, КТ Макс. И снова подписчиков я встретил. Ну здравствуй, деточка моя, ты куда бежишь, нарушаешь скоростной режим? Ну давай сейчас по твезде, по твоим пропишем, так сказать. Опа! И все. Хорошо как. Хренак. Но мне пофиг то, что они там заводят, как бы, машину. Я даже не знаю, где это. Это, наверное, тут. Это, наверное, тут у нас, да. Пупсик, а ты что там баловался? Или это не ты баловался? А то я, видите ли, сейчас тебя накажу здесь. Хочешь такое устрою? Я сейчас такое устрою, дорогие мои друзья. Сейчас я такое устрою. Сейчас все будет замечательно просто. Да, полностью лобби даже не набирается, что не очень-то классно. Давай выломаем эту дверку и пойдем туда. Полностью ломать ее не будем, так сказать. Немножко побайтим их. И здесь их тоже нету. Вы смотрите, какие они. Прошмандовки-то. Вы смотрите на них. Оба. Все, замечательно. Ну, почти замечательно, потому что, как бы сказать... Одного всего лишь убил. Не круто, товарищи. Где-то тут они шляются, да? И сейчас мы пойдем догоним этого. Как дела, Кузаку? Да хорошо, друг мой. А твои как, да? Аккуратно. Давай вали отсюда как можно быстрее. Хорошо, умничка. Ухожу. Так. Я тут не настоящий. Я не настоящий. Я всего лишь Джейсон, мать твою. Давай, Кузак, немного. Передаю всем подписчикам. А я думаю, можно. Да, не получится, думаешь? Я думаю, вполне получится. Да не, Кузак, это никак. Да, Кузак, это нонейм, короче. Вы далеко ошибаетесь, пупсики мои. Нахуй, где можно ебал сам привели, идите отсюда. Да он сам пришел ко мне, ему. Включай радио, поехали. Бля, никого не вдох. Кузак, успокойся. Да вы меня сами здесь разбушевали.
Давай помогу перелезть, пупсик. А, ты сама смогла. Ну, молодец. Вот так вот, да. Да вообще самостоятельно, а ты вижу нет. Да потому что надо вот ножички у вас забирать вот так вот. Конфиксовывать. Я, все, я пошел, маме там твой привет передал. Слышь, что, ты про мать не говори ничего. Я сказал, что привет ей передал, что сразу. Какой я привет? Сейчас будет больно. Да, да, иди сюда. Мы тебе сейчас поможем, иди сюда. Давайте, давайте. Иди сюда. Хотите убить меня? Да, да, да. Да чё ты замахиваешься своим топором? У меня топор красив, чем у тебя. Нет, Димасик! Димасик чуть сейчас не умер, кстати говоря. Живи. А чё ты стёкла бьёшь? Ты, бля, будешь восстанавливать на свой счёт? Это бюджет не надо. Моя родина, мои правила, мои дома, понимаешь? Чё-то не прав. Это наш лагерь, а не твой. Какой ваш лагерь? Вы самозванцы. Я наслышан, что у тебя семейка как бы из богатых. Вот ты такой вежливый. Дверь открыл. Вообще адекватный. Вообще, ребят, это настоящий кузака. Да, они разбушевались не насчет, верят в себя. Кузака, давай, я тебя увидел. Иди сюда, кузака. А почему кузака такой злой? Так, что они он? Побежали сюда, а мы их встретим тут. Пидоры они все. А дверку-то надо было быстрее закрывать. Две сестрички. Я тебе сейчас пошлю. Вот так вот надо перелазить. А какого хрена я в доме оказался вместе с тобой? Ну я ладно. А ты со своими битами достал. Урона ты не наносишь, масочку ты не снимешь. Мне больше сниму. Ай-яй-яй. Вообще. Да, они меня... Сейчас умрёшь же. Сейчас умрёшь же. Оба, и сама умерла. А, он сам умер? Да я его добил, он от стрессовой ситуации умер. А вот ты остался теперь один на денёшенек тут. Это хорошо, что меня не слышно. Зака, алло, проснись и пой. Это хорошо, что меня не слышно, потому что... Где моя хижина? Зака, я тут. Тебе помочь? Да, было бы неплохо. Всё. Открой дверку. Зачем? Есть разговор серьезный. Не, чуть не хочется. Тогда я сделаю это сам. Ну ладно. Да, да, я тебе сейчас сделаю. Да кому я полетел? А ты читер на ноже, я вижу. Не-не-не, я второй ножик нашел сам. Что-то он иди сюда, жесткий. Хуй. Так, а мне кажется, они вот тут. Иди сюда, малышка. Мне кажется, они тут. Нет, они не тут. Они далеко не тут. Они далеко не тут. Я просто ищу Дебору. Но что-то я не могу ее найти. Потому что она меня немножко, так сказать, смущает. Она, так сказать, немножко смущает. Здравствуй, юный сапога. Тёма, опять он что зашёл? Ай, не кидайся. Блядь, ты такой добрый. А ты такой злой. Да его подумаю, его под ударь получается, да еще? Его ни хрена не ударишь. По яйцам пизды получишь. Т-
Томми. Это не я сказал, сразу говорю. Это не я. Это не я. Обосрись в туалете. Я обосрусь. Сейчас еще твой ножик выкинем и все. Так. Пока она там... Это там было. А кто тебе разрешал тачечку делать? Зайчик ты мой хороший. Кто тебе разрешал такими делами заниматься? Вы смотрите на нее, еще замахивается на меня. Получай! Зайка родненькая, нельзя такими делами заниматься в такое позднее время. Да. Вот так-то. Намного будет лучше. Вот так-то будет намного лучше. Жаль, что я эту дверку как бы не выломал. Но я думаю, сейчас будет то самое время. Меня сейчас прям поебал получше. Да ты чекай. Что? Да ты чекай, что? Ты поебал получаешь. А ты получишь, чекай. А? Ты сейчас чекай, сам получишь. Поебал. Давай, убегай быстрее, убегай, ты чернокожая. А? Слабак. Конечно, с радиоактивом в стойке меня вообще не пробить. Даже самому Томми Джарвису. Похлебалу, говорит, получит. Ха. Да. Смешной случай. Не то слово. Пойдемте вырубим электричество, будем накапливать страх нашему малышу. Вот тебе божечки. Как хорошо. Ой, да, ну да. А кто там говорит такой, пупсик милый? Почему я в каждом раунде всегда один на один остаюсь? Ой, здравствуйте. Пора поменять что-то в своей жизни. Джейсон, окошко только не ломай. Да мне пофигу, даже дверь открыта. Не надо. Даже дверь открыта. Ой. Даже дверь открыта. Аккуратней, Джейсон. Да я сама аккуратность. Я думаю, что даже первое. Ты даже не почувствуешь, как ты умрешь, пупсик. Да ударь! Мне все равно. Страх окутал твои очи. Ты ничего не видишь, кроме смерти. Смерть неизбежна. Никаких договоров, ничего более. Ты близок к своей кончине, друг. Тебе никто ничто не поможет. Просто прими свою смерть. Не хочется еще рано. Оставь свои бега на потом. Видишь, уже ничего не можешь сделать. Покажу, пожалуй, тебе свое личико. Блин, ну меня задолбет этот. Пора меня бить? Давай, ты это сделаешь. Ты накопишь стаминку. У тебя это хорошо выйдет. Это хорошо выйдет у тебя. Давай. Сейчас последние соки из его сил выжмем. Ну вот и все. Может, меня один домик спасет. А стекла-то выломаны. Да прыгается, что... Вот твой удар был и последним на сегодня. Ты самый хороший друг. Да не говори даже. Не говори ничего. Я ж тебя на четверку убил. Какого хрена? Какого хрена? Ну почти. Стоп, Джейсон. Ты заслужил умереть.
Make them suffer like me. Блин, нам места минута не хватило. Ля-ля-ля-ля, ля-ля-ля. Твой телефон, но никогда не позвоню. И дышим мы в унисон и набираем. Я люблю, ты далеко, далеко. Смеются даже небеса. Нам нелегко, так легко. И верю я в чудеса.